Стратегия VMFX Elite может применяться как для торговли на бинарных опционах, так и для Форекс. Она совмещает в себе авторский алгоритм для получения торговых сигналов с индикатором тренда, а также предлагает очень удобную панель переключения между валютными парами и инфопанель с анализом текущей ситуации на рынке. В систему включено 4 шаблона для торговли с разной степенью приемлемости рынка. Эта стратегия платная и стоит $27, но с нашего сайта только для ознакомления ее можно скачать абсолютно бесплатно. Хочется подчеркнуть, что это одна из немногих платных стратегий, которая дает действительно неплохие сигналы для торговли бинарными опционами. Она включает в себя 6 индикаторов. VMFX Entry 1, Entry 2, Entry 3, VMFX Trend, VMFX Dash, VMFX Pairs. Первые три индикатора являются сигнальными и отображают стрелками точки входа, которые на графике не перерисовываются и отличаются друг от друга авторскими настройками. И для Entry 1 предусмотрены самые мягкие фильтры для агрессивной торговли с высокими рисками на мелких таймфреймах. Для Entry 2 это средние фильтры, а для Entry 3 самые жесткие фильтры для получения надежных сигналов. По умолчанию параметры цветовых настроек для пунктов 2, 3, 4, 5 установлены прозрачными, но если добавить цвета в этих параметрах, то на графике можно увидеть две линии канала и крестики, которыми отмечаются верхние и нижние экстремумы цены. В момент смены направления движения на графике появляются оранжевые или синие прямоугольники одновременно со стрелочным сигналом. Высота прямоугольника служит ориентиром для стоп-лосса при торговле на Форексе. Индикатор VMFX Trend является важной частью торговой системы и отображает направление основного тренда в подвальной панели. Он имеет только визуальные настройки. Индикатор VMFX Dash выводит в верхнюю правую часть экрана инфопанель с различными показателями текущего состояния рынка, такие как цены по биду и аску, минимальную и максимальную цену дня, средние дневные и недельные диапазоны цены за разные периоды. Экстремальные значения этих параметров могут подсвечиваться другим цветом. Панель также информирует о времени, оставшемся до закрытия последней свечи – Candle Time. В торговле бинарными опционами эти параметры не будут использоваться, а вот таймер свечи может оказаться полезен как вспомогательный инструмент. Настройки инфопанели позволяют изменить размер и цвет шрифтов, а также настроить параметры, при которых значения будут подсвечиваться другим цветом при приближении к экстремальным. Индикатор VMFX Pairs позволяет быстро переключаться между разными валютными парами на одном и том же графике. Для этого справа выводится список всех валют, котировки которых поддерживает ваш брокер. Изначально кнопок всего 28, но если брокер какую-то из валют не поддерживает, то при нажатии на нее кнопка просто исчезнет из списка. В настройках VMFX Pairs можно изменить вручную список валютных пар, расположение и размер кнопок, а также шрифта. Правила торговли по стратегии VMFX Elite для бинарных опционов. В пакет стратегии входят 4 шаблона. Первый – VMFX SW для торговли по самым надежным, но более медленным сигналам на старших таймфреймах. Он использует индикатор Entry 3. VMFX DT с более быстрыми сигналами и умеренными рисками для торговли на M15H1 таймфреймах. Здесь используется индикатор Entry 2. VMFX SC с самыми быстрыми и частыми сигналами по индикатору Entry 1 для торговли на M1-M5. И четвертый шаблон VMFX ADVSC повторяет настройки предыдущего шаблона, но при этом отключает панель тренда для подтверждения сигналов. Правила торговли по этой стратегии очень простые и не требуют применения сторонних инструментов и индикаторов. Итак, для покупки колл опциона требуется соблюдение следующих условий. Первое. Появился синий прямоугольник с черной стрелкой вверх в нижней его части. Второе. Панель тренда синяя. Для покупки пут опциона необходимо, чтобы первое. Появился красный прямоугольник и черная стрелка, указывающая вниз. Второе. Панель тренда красная. После закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.
Давайте попробуем поторговать на платформе Pocket Option с таймфреймом 1 минута и экспирацией 3 свечи. Заключение. Мы с вами убедились, что торговая система для бинарных опционов VMFX Elite достаточно простая и поэтому подходит даже для новичков. Она показывает достаточно высокий процент прибыльных сигналов при правильном подходе к торговле бинарными опционами с ее помощью. Не забывайте, что соблюдение правил риск и money management в этой стратегии необходимо для сохранения вашего депозита и прибыльной торговли. Кто хочет ознакомиться с этой информацией, ищите ссылки в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!